Цифры, как и люди, способны рассказать многое. Именно такой лозунг решили увековечить на своей именной скамейке работники Главного статистического управления Брестской области. Накануне столетия организации был объявлен даже конкурс на лучший слоган. Участие в нем приняло 14 человек, фантазия которых смогла создать более 30 интереснейших фраз. Только считаясь настоящим, можно смело шагнуть в будущее. Жизнь начинается с цифры. Найди свое счастливое число. Было у нас 14 участников, а вариантов было еще больше. В этом году исполняется 100 лет белорусской статистики. И, наверное, очень символично, что в год такого юбилея, в день такого юбилея, наши работники вот такой подарок этому саду преподнесли. Замечательно. Замечательно и то, что подарок в канун векового юбилея был не один. Рядом была установлена еще одна именная лавка, но уже от Центра информационных технологий Белстата. Обе были приобретены за денежные средства сотрудников, которые теперь могут увидеть свои подарки прямо из окон рабочих кабинетов. Эти скамейки стоят как бы особняком от других, поближе к статистикам, которым есть чем похвастаться за век непрерывной работы организации. Достижения, я считаю, у нас для нашего предприятия очень большие, потому что нашими услугами пользуются более 4000 предприятий и организаций, госорганов. Основной заказчик наших услуг – это, конечно, Национальный статистический комитет. Мы отвечаем за все программное обеспечение, которое функционирует в органах государственной статистики. А далее идут все предприятия и организации различных форм собственности. Я могу привести пример следующий. Скажем, все ЗАГСы страны используют наше программное обеспечение. То есть свидетельство о рождении, о браке выписываются с помощью нашего программного обеспечения. И это только начало большого перечня всех тех статистических услуг, которые оказывают специалисты области. Без них вряд ли бы состоялась и масштабная кампания по переписи населения, которая прошла в минувшем году. На сегодняшний день мы располагаем общая численность населения Брестской области, но такие более развернутые, очень уже интересные, то есть со всеми демографическими, какими-то показателями, характеристиками нашего общества. Это будет уже в сентябре месяце. Сегодня за кропотливый труд статистика были награждены работники Главного статистического управления Брестской области. Поздравить их с этим событием пришло много гостей. Один из них – Георгий Хвалько, управляющий делами Брестского облисполкома, который на протяжении 15 лет руководил статистиками нашей области. Я думаю, что они постоянно находятся в развитии, постоянно совершенствуются. А достижение – это то, что уже 100 лет в Беларуси статистика действует, она нужна для государства, она будет нужна всегда и для любого государства. Достижений тут очень много, начиная от перехода на новые информационные технологии, все, что с этим связано, и, в принципе, новые методы подсчета статистических данных, то есть методология, которая тоже в постоянном развитии, это сотрудничество со статистиками ближайших стран. То есть это очень много достижений. И на этом сотрудники Главного статистического управления Брестской области останавливаться не собираются. Ведь они, как никто другой, знают, 100 лет – это не возраст, по крайней мере, для статистики. И эта вековая структура способна еще на очень многое. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания БукТВ.